Всем привет, моя любимая! Посмотрите, какой шикарный сет я заказала. Называется «Голодные игры». Здесь такие огромные куски рыбы, тунец прям вот такой вот. Вообще, сейчас я вам покажу. Всем приятного аппетита, кто кушает со мной. Я так соскучилась по тунцу. Я же сама умею делать роллы, вы сами видели, да? Ну вот, тунец я еще не видела, где продается. Возможно, как-нибудь я найду. Но вы посмотрите, какая красота. Тунец, это же такая вкусная рыбка. Так, с этой стороны вам не так видно. Хочу перевернуть. Вот так вот прям показать вам. В этой доставке тунец превосходный. Очень вкусно, очень. Голодные игры. Кто любит роллы, чуку с ореховым соусом, ставьте лайки, любимые мои. Ой, какой тунец, это божественно. И вот прям так соскучилась по тунцу, вы можете себе представить. Это великолепие. Вчера, ребят, вообще муж мой пошел к стоматологу. У него ночью как разболелся зуб. И он утром пошел к стоматологу. И ему залечили зуб, который был вообще закрыт. С виду он был вообще, знаете, здоровый. Пришлось сверлить. И самое, что ужасное, что даже как-то ему не предложили сделать укол. А он у меня такой скромный. Знаете, он так молчит и терпел всю эту боль без укола, как ему там говорит, нерв вырвали. Я просто в шоке послушала. Мне настолько внутри-то, думаю, знаете, такая злость подняла. Ну как это не предложить укол? Я не знаю, я такое впервые слышу. Видно то, что он ничего не сказал, ему не предложили, и он терпел эту боль. Пришел весь измученный. Молодец, хорошо держался на меня. Кремень. Ну, измученный, температура поднялась 37,5. У меня никогда, знаете, после лечения температура не поднималась. О, рыбка. Сегодня такой прям рыбный день, да, так много рыбы. Я ему уже и полоскание разных таблеток. Кое-как заснул. Ну, уже на ночь. Утром встал говорить нормально. Сейчас, говорит, десна опухла. Опять болит. Блин. Я помню, когда мне лечили давно-давно, у меня аж неделю болело после лечения. Ну, просто знаете, самое что... Зуб был целенький.
Его, получается, вскрыли на живую. Ну, вы представляете, такое же удержка на самом деле. Врач же должен знать, насколько это больно. Но я его не оправдываю, ему тоже надо было как бы сказать, а укол, там я заплачу. Ну, блин. Такие нори красивые, черные прям, да? Я покупала, только у меня зеленая. Может, здесь с красителем? Они прям как резина. Но очень вкусно. Потом он съел немножечко от этого бутера, который я вчера делала, да? Разболелся тоже зуб. И вот сегодня пообедал и снова разболелся. Надо, если десна, так надо к врачу идти. Может, антибиотики. Вообще зубная боль, она такая болезненная, как вспомнить, так дрону. Надо уже самой сходить для профилактики. А вот тут маленький кусочек. Такая тоненькая рыбка, да? Все равно вкусно. Шикардосик. Так я ночью просыпалась и искала его лоб, чтобы потрогать, он холодный или горячий. До часа смотрела «Отчаянных домохозяек», до часа ночи. Ой, там такие, слушайте, вот это вот, там, блин, забываю, вот как только рассказывать. Бри, что ли, рыженькая такая женщина, которая, у которой муж умер. Я сейчас на втором сезоне. И там к ней маньяк такой прицепился. Она, оказывается, такая, знаете, думаю, изначально, когда смотрела вот первый сезон, думаю, такой тухляк. Во втором сезоне такие эмоции. Она так выжигает, как был у нее ужин. Она принимала гостей, и этот маньяк уже... Ну, да я так его называю. Но она-то думала, что он там любит ее. Потом она поняла, что у него проблемы с психикой. Вот, и он там стоял, пел ей, ну, типа, серенаду за окном. Блин, застряла. А у нее же званый ужин. И она такая поднимается на второй этаж, вытягивает ружье, открывает окно, стреляет в магнитофон, закрывает. Чтобы не мешал. И такие эмоции она еще выдавала прям, когда уже муж ее умер, он написал в записке, что типа, ну, я подумала, она его отравила, и типа, я тебя не виню, я тебя понимаю, потому что он же ей изменял там, а она его не травила на самом деле. Он подумал, умирая, что это жена его отравила. И она так разозлилась. Я ему посвятила 18 лет жизни! У нее прям жилы, знаете, вот так вот прям встали. Настолько эмоций было, злости, прям на кладбище. А он подумал, что я его убила. То есть вот прям она, лицо прям в ведьму превратилось. И вот это вообще такое было. Я думаю, вот это да. Вот это она выдала, вот это она молодец.
В общем, шикарный сериал. С тунцом. Рис, кстати, немножко переварен. Я уже разбираюсь. Я один раз сама переварила и поняла. Чуть-чуть, кажется, вот. И можно переварить. Это такой немножко привкус теста. Хотя, вот кажется, рисинка от рисинки. Но вот немножко переваришь, и уже другой вкус. Это аромат. Я вот до мукбангов чуку и мидии так не любила. Когда начала снимать мукбанги, так распробовала и так вот прям вообще так понравилось. Мидии так по отдельности я не очень люблю, но вот в роллах с щукой, с помидором. Надо будет самой тоже попробовать так сделать. С кунжутом это превосходно. Такое сочетание хорошее подобрали. Молодцы. Но в этот раз я с мидией не заказывала. Смотри, сука, соуса. А этот соус, он такой вкусный. Тут прям все, вот, знаете, прям такие лужицы соуса. Настолько много. Обалденно вкусный. В данный момент именно эта доставка в Мозыре лидирует по толщине рыбы. Но в каждой доставке можно вкусняшку найти. Так. И вот эти вот, кажется, такие простенькие и тоже вкусненькие. Так. Смотрите, вообще рыба вообще сегодня отвал башки. А сыр вкусный какой. Очень похож на тот, который я вам показывала, который я покупала. Да, это роллы так роллы. Такое ощущение, что вот этот соус они сами делали. Все хорошее разъедаться. Уже пришло чувство насыщения. Да, глаза, конечно же, хотят поесть, да. Но уже чувствуется, что уже очень много я слопила.
От души благодарю за просмотр. Целую. До новых встреч, мои любимые.